С момента заражения и до проявления первых признаков могут пройти десятилетия. Он может резко проявиться в виде бородавок или дисплазии шейки матки. Иногда о смертоносном вирусе человек узнает вместе с диагнозом онкология. Вирус папилломы человека. Тема программы «Звоните доктору». Доктор ответит на все ваши вопросы. В студии заведующий онкологическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера Владимир Щукин. Программа «Звоните доктору». Смотрите 29 февраля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.